вечора, вітаю вас. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною в студії економічний експерт Олексій Кущ. Вітаю вас. Добрий вечір. Та кандидат історичних наук, політтехнолог Олег Пастернак. Вітаю вас. Доброго дня. Протягом цієї години поговоримо про таке. Рада анонсувала бюджет 2020 року у першому читанні. Гроші в обмін на землю – умови нового контракту з МВФ. Незалежний оператор газотранспортної системи України з'явиться до кінця року. Держбюджет на наступний рік пройшов перше читання. Проєкт кошторису на 2020 рік уряд доправив під купол 20 вересня. У першому читанні документ підтримали 255 народних депутатів. Попередньо затверджені такі цифри. Доходи – 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень. Видатки – понад трильйон гривень. Дефіцит трохи більше за 2%. На безпеку та оборону планують витрати понад 245 мільярдів. На освіту і охорону здоров'я вдвічі менше – 136,08 мільярдів. Відповідно, на інфраструктуру закладають понад 74 мільярди. На забезпечення енергетичної незалежності – 2 мільярди гривень. Крім того, планують витрати 438 мільярдів на погашення боргів. Мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 4723 гривні. Курс долара закладений 28 гривень 20 копійок. Пане Олексій, як ви можете охарактеризувати цей документ і яким чином все ж таки він буде впливати ще один рік, який ми зараз будемо входити все ж таки на Україну? Прежде всего, необходимо сказать, что эпоха бедности не закончилась, несмотря на все обещания, поэтому нынешний бюджет, он фактически является копией бюджета, который принимался в прошлом году на 2019, то есть фактически мы видим продолжение той же финансовой, бюджетной, социальной политики, которая закладывалась еще предыдущим правительством. Поэтому в этой связи, кстати, то, что министр финансов Оксана Маркарова осталась на своем посту, это более знаковое событие, чем даже переназначение министра внутренних дел. Вот все экспертное сообщество, оно как бы сконцентрировалось на фигуре Авакова, а на самом деле наиболее маркерная фигура с точки зрения продолжения той же социальной, бюджетной, экономической политики является фигурой министра финансов, потому что Министерство финансов – это ключевой государственный орган, который как бы формирует бюджетную политику и в том числе и влияет на экономический рост, на социальную политику и так далее. Что можно сказать, вот основной тезис, да, вот по поводу этого бюджета? Это разочарование, то есть разочарование экспертного сообщества, разочарование населения. Ну, то есть было просто Ctrl-C, Ctrl-V с 2019 года. Примерно так, да. Знаете, кто-то увлекается копипастом, там видно в правительстве. Дело в том, что ну, понятно, что уже существует, скажем, такая версия, что у правительства не было времени подготовить бюджет на альтернативных макроэкономических показателях. Хотя это неправда, потому что уже в августе было понятно, что создается монокоалиция, был примерно понятен состав правительства, можно было в рамках, скажем так, специальных экспертных групп начинать уже работу над новым бюджетом, который разрабатывался бы на новых макроэкономических прогнозах. В первую очередь, почему разочарование? Во-первых, вспомним те тезисы, которые звучали последние несколько месяцев. То есть это или программа деятельности кабинета министров. Это экономический рост на 40% за 5 лет, это создание 1 миллиона новых рабочих мест, это преодоление бедности, позитивный демографический рост, возврат трудовых мигрантов обратно в Украину. То есть все это предусматривало рост заработных плат, рост социальных стандартов, обещание, опять же, что никто в стране не будет получать меньше, чем минимальный прожиточный минимум. И, ну, не говоря уже о таких приятных вещах, как страна в смартфоне, энергетическая независимость, экология. То, что говорил Гончарук, это одно, а бюджет, да, реально а теперь открываем, да, да, теперь открываем бюджет и видим прогнозный показатель роста валового продукта на 2020 год 3,3%. То есть ни о каких там 5, 6, 7% речь не идет. Открываем статью, которая говорит о социальной политике. Видим, что минимальная пенсия будет увеличена там, к концу следующего года до 1700 там, с, там,
с чем-то гривен, да? То есть фактически это значительно меньше, чем тот прожиточный минимум, который есть на сегодня. Даже скажем так, правительство, оно применило такую, впервые применило такую иезуитскую политику. То есть если раньше как бы наши министры, они скромно закрывали, отворачивали взгляд, когда у них спрашивали про соответствие социальных стандартов минимальному прожиточному минимуму или говорили о том, что просто в казне нет денег, то сейчас в бюджете есть отдельная статья, которая говорит о том, что минимальный прожиточный минимум составляет 4200 гривен. Правительство будет стремиться, чтобы все социальные стандарты соответствовали этому прожиточному минимуму, но пока... Але воно не гарантує. Да, это знаете, как в известном мультике про почтальона Печкина, который говорил, у меня есть посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Вот так и здесь. У нас для вас есть хороший прожиточный минимум, но мы вам пока его не обеспечим, потому что в бюджете нет денег. Ну и в принципе, все остальные статьи, они примерно вызывают такие же эмоции. Но говорили, например, о массовой приватизации, да, о том, что будут продаваться государственные объекты. Открываем статью бюджета, там примерно 5 миллиардов гривен привлечения доходов в казну от приватизации. Сравниваем показатели. На погашение внешних и внутренних долгов заложено в бюджете более 400 миллиардов гривен. В то же время на медицину чуть более 100 миллиардов гривен. То есть, опять же, мы видим, что это... Тобто на медицину в 4 раза меньше, Украина должна отдать по відсотки по кредитам. Да, совершенно верно. Розумію. Поэтому, если мы говорим о том, какой бюджет был нужен... Не, просто это очень интересное питание. Особенно, думаю, это будет интересно нашим телеглядачам. Чтобы просто розуміти масштабы тих відсотків, які потрібно просто віддавати кожен рік за те, що ми просто беремо кредити. Да, і тут дуже важливо відмітити, що, по суті, перед нами бюджет якраз внешніх кредиторів. Тобто це бюджет кредиторів, який повністю учитує їх інтереси в части погашення внутрішнього і внешнього долга. Тобто, який бюджет нужен був країні? Він должен був состоять із двох ключових модулів. Перший модуль – це економічний рост, тобто ті статті бюджету, які будуть стимулювати економічне розвиття країни. Другий модуль – це преодоління бідності, бюджетные инструменты, которые будут применяться для того, чтобы повышать реальные доходы населения. Вместо этих двух основных модулей мы видим один модуль, это модуль внешних и внутренних кредиторов. То есть полностью бюджет построен полностью под принцип погашения внешних и внутренних долгов. Все остальные статьи бюджета, они уже формируются по остаточному принципу. А вот для сравнения, на науку и инновации заложено примерно 10 миллиардов гривен. В том числе на университетскую науку примерно 800 миллионов гривен. Что такое 10 миллиардов гривен? Это бюджет научных разработок среднеевропейской фармацевтической компании. Ну, 800 миллионов гривен даже не с чем сравнить. То есть это такая цифра, этих денег хватит только на отопление. А просто для сравнения, на прокуратуру закладывается 8 миллиардов гривен. То есть для этого государства получается, что затраты на прокуратуру примерно равны затратам на науку и инновации, и на университетскую науку в том числе. То есть с такими акцентами государственной политики как бы мы далеко в 21 веке явно не уйдем. Дякую, пане Леже. Все ж таки, я розумію, що більшість глядачів хоче почути щось гарне. Тому у нас нова команда, новий президент, нова Верховна Рада. Але ми бачимо конкретні цифри, конкретний бюджет. Як ви можете охарактеризувати цей документ? І, можливо, там є щось і позитивне? Як ви вважаєте? Ну, це потрібно учитывати, що це лише перше читання. Поки, звісно, цифри будуть коректуватися. Уже, кстати, сьогодні скандал вже произошел після того, як Гончарук пытался уговорить некоторых депутатов фракции «Слуги народа», да, недовольных, в частности, распределением бюджетных дотаций по их округам. И эта цифра, ну, собирается где-то до 100 депутатов. То есть практика остается та же самая, как вы понимаете. Да? То есть народ хочет, воспринимает бюджет исключительно как кормушку для сиюминутных стратегических интересов. Большинство депутатов, хоть и понимают, что мажоритарка не останется, но, видимо, продолжает осваивать округа. Я, кстати, объясню, почему. Потому что впереди местные выборы. Нужно готовить местные команды по освоению облсоветов, районных советов. Тут народные депутаты, если посмотреть там социальные витрати в бюджете, какие там закладены зрост экономики, дивляться все-таки, сколько конкретно им миллиардов гривен. Слушайте, ну мы же прекрасно понимаем, что недостаточно Трускавецкого университета для того, чтобы разбираться. Мне, например, в свое время, когда я только стал 23 года депутатом районного совета, мне прилично пришлось потратить год на изучение, что такое спецфонд, что такое общий фонд, как распределяются дотации, как формируются бюджетные пропорции и так далее. То есть, ну, это местный уровень. А государственный бюджет – это солидный документ.
Мало того, большинство депутатов, в этом я даже не сомневаюсь, даже не понимают, каким образом он верстается, что такое бюджетный кодекс. Мы сегодня говорим о бюджетной реформе, да, вот иногда бывает, всплывает. То бишь, мы планируем, что в странах существуют среднесрочные бюджеты на 3 года. Да? Есть понятие бюджетной резолюции. Ведь у нас это все разбалансировано. У нас не было программы бюджетного видения, да, которое бы правительство имело. Да, у нас правительство менялось, я понимаю. Но, с другой стороны, нужно понимать, что правительство Украины, находясь в состоянии некого внешнего давления постоянно, да, находясь в состоянии постоянных непрогнозируемых требований международного, точнее, более-менее прогнозируемых, но не совсем желаемых соблюдать их, Международного валютного фонда, других международных общественных структур финансово-кредитных и так далее, тоже пытается балансировать. Для меня самым главным разочарованием бюджета 2020, точнее, проекта, да, являются социальные показатели, социальные моменты. Я понимаю, что тяжело экономический рост, да, преобразовать в нужные средства в кошельках простых жителей всех категорий населения. Я понимаю, что средняя заработная плата в Украине последний год растет. Я понимаю, что на рынке занятости очень тесная емкость, да, потому что огромное количество работоспособной силы уезжает за границу. Я понимаю, что правительство пытается как-то ужать и использовать самые классические монетаристские принципы в управлении экономикой. Но ожидания, да, мы говорим о политических ожиданиях, потому что меня больше интересуют именно политические ожидания и определенное, да, таргетирование аудитории по восприятию. И вот ожидания у людей следующие. Пенсии должны быть повышены. Зарплата минимальная должна быть существенно повышена. Социальные выплаты все по всем социальным параметрам должны быть повышены. И это ожидание сейчас этот бюджет не оправдывает. Результат. Ну, к декабрю мы будем иметь. Якщо доллар підійметься до 40 гривень, то, мабуть, це в гривнях, це можливо. Ні, ну, якщо з курсом валют, то там друга історія. Я думаю, що більше спеціаліст по сфері економіки прекрасно нам освітить це. Но я лише скажу, що к декабрю ми будемо иметь перше существенне просідання. Это в лучшем случае для команды Зеленского. В худшем – существенное падение рейтинга всей команды. Всей команды, ну и, безусловно, отражается на рейтинге президента Украины. Бюджет – это, понимаете, ну, ну, давайте еще возьмем еще один параметр социальный. Это субсидии, которых, сумма на которых уменьшена в этом году, в следующем году, да. А это ключевой параметр в силу высоких тарифов и цены на газ, который, кстати, не будет снижен. Наоборот, по некоторым тергромадам будет повышение, и существенно повышение. То есть, что мы видим? Мы видим определенный социальный дисбаланс между ожиданиями и между реальностью. Политически он будет иметь формат потенциального снижения рейтинга нынешней власти. И я понимаю, что Зеленский будет пытаться там правительству внушать необходимость повышения социальных стандартов, будут проводиться совещания, даже в офисе президента расписывают, да, где президенту ввязываться в экономическую риторику, где не ввязываться, потому что сейчас Зеленский очень хорошую тактику выбрал, да, он как бы не у процесса экономики, он занимается внешней политикой, да-да-да, грамотная тактика в свое время как раз Арсений Петрович получал по голове именно за эту тактику, потому что все шишки первые годы реформирования молодой команды 2014-2015 шли именно на Яценюка. Да? Порошенко был как бы в стороне и позволяла политически коммуникацию организовывать нужным образом, что в принципе все горести и всю беду сваливали на Яценюка. То же самое сейчас ситуация будет. Я думаю, что далеко он не святый все ж таки был. Мы просто, если мы просто пригадаем стену Яценюка та інших багато проектів, які, ну, важко назвати, ну, тими, в яких не було корупційної складової. Якщо ми хочемо сравнити Яценюка і Гончарука, извините, у Арсенія Петровича до того, як він став прем'єр-міністром, був шикарніший бекграунд. Пост голови Верховного Совета, міністра економіки Криму, міністра іноземних справ, голови, виконуючого обов'язки голови Нацбанку.
какой бэкграунд у нас у господина Гончарука, при всем уважении к его личности, безусловно, даже к его тем репутационным скандалам, которых он засветил за последнее время. То есть это, опять-таки, определенный нюанс, который тоже рикошетом бьет по восприятию всей власти ныне. И, в частности, способен ли этот человек, например, оперативно управлять экономической повесткой дня. Я промолчу ж про Министерство экономики и господина Милованова, великого питтсбургского профессора. Дякую. Дякую, хвилинку. А нашим глядачам я хочу нагадати, що ви можете долучитись до нашого ефіру, зателефонувавши за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. І ці дзвінки абсолютно безкоштовні. Пане Олексію, все ж таки, ключове питання – це курс долара. Тобто зараз приблизно це 25 гривень за долар, а в бюджеті закладено 28. Тобто як так розуміти? Тобто вже заклали, що теж все ж таки долар буде здорожчати? Ну, прежде всего, хотел сказать, что тот курс гривны к доллару, который закладывается в бюджете, на самом деле на него, его не стоит воспринимать как реальный индикатор курсовой политики. У нас Национальный банк, он сам устранился от контроля за курсом национальной валюты. Он придерживается сейчас политики так называемого плавающего курса. Когда Национальный банк спрашивает, какой будет курс, Национальный банк отвечает, какой будет на рынке, такой будет и курс гривны. Поэтому что такое вообще курс национальной валюты в бюджете? На самом деле это искусственный, абсолютно искусственный механизм для наращивания бюджетных доходов. У нас основные бюджетообразующие доходы – это налоги, которые собираются при импорте. То есть это налог на добавленную стоимость, который начисляется на импортные товары, плюс импортные пошлины. То есть это два основных бюджетообразующих поступления, которые обеспечивают таможня. Соответственно, все эти поступления в плане доходов на 2020 год рассчитываются, исходя из прогнозного курса. И вот когда у нас же как получается, у нас есть реальный дефицит бюджета, например, который составляет там 2%, да, или 2,5%. Почему он так важен? Дефицит бюджета – это ключевой индикатор для наших внешних кредиторов, в том числе для Международного валютного фонда. Это ключевой структурный маяк, по которому МВФ как бы оценивает адекватность бюджетной политики правительства. Если он будет, например, 3%, нас никто не будет кредитовать, в том числе МВФ. Поэтому задача правительства – обеспечить, чтобы на бумаге этот дефицит бюджета был 2%. Но в реальности так не получается. Потому что, естественно, все прогнозные показатели завышены. Максимальный показник 2%, и они пишут 2%, хотя разумеют, что дефицит реальный да, будет там, 3, будет 4, больше. 5. Как они скрывают, например, как раньше скрывали этот фактический дефицит? Ну, например, поступление от приватизации. Они каждый год закладывались на уровне 17 миллиардов, 20 миллиардов гривен. Хотя прекрасно, все прекрасно в правительстве понимали, что таких денег приватизация не принесет. Но эти 20 миллиардов гривен, они позволяли закрыть дыру в доходах бюджета. Точно так же, например, завышенные показатели экономического роста. Да, то есть заранее ставят более высокие показатели, потому что поступление доходов, они рассчитываются, исходя из прогнозных показателей роста экономики. Точно так же и курс гривны. И когда видят, что, например, не хватает 10-15 миллиардов гривен, чтобы поместиться в этот плановый дефицит бюджета, берут и пишут, например, 28,2. Таким образом, увеличивая те доходы, которые должна обеспечить таможня, потому что с помощью этого курса пересчитывают в гривнах налоговые поступления по импортным товарам. Кстати, говоря, в бюджете на 2019 год было 29,4. Ну, то есть, еще людскую мову сказать, если просто, смотрите, думаю, просто дуже багато цифр, я думаю, что если простыми словами, почему сейчас таможня не додает в бюджет денег, да, потому что был изначально заложен за заниженный курс гривны 29,4. Угу. И реально сейчас курс гривны намного крепче, и поэтому как бы десятки миллиардов гривен в бюджет с таможни не поступили. Точно так же и этот курс 28,2, его нужно воспринимать исключительно как искусственный показатель, который применяется правительством для завышения бюджетных налоговых доходов, которые идут через таможню, которые рассчитываются через курс доллара на импортные товары. Мы просто будем ориентироваться на то, что, возможный курс там будет 40-50 гривен за доллар. То есть, каким чином это влияет на бюджет? Позитивно или негативно? Ну, смотрите, дело в том, что 40-50 – это уже как бы полностью разрушение экономики, но на самом деле сегодня экономический обоснованный курс – это примерно 28. Да? То есть почему сейчас такое резкое укрепление? А как это понять, чем он обгрунтованный? Понять очень просто. Смотрите, дело в том, что сильная валюта является проекцией сильной экономики. Ну, то есть это аксиома, которая не требует доказательств. Еще не было сильной экономики со слабой валютой или наоборот, слабой экономики с сильной валютой. То есть с помощью
почему сейчас гривна, она как бы укрепляется, с помощью монетарных искусственных методов можно создать стабильность курса национальной валюты на краткосрочном временном интервале. Какие сейчас искусственные механизмы? С одной стороны, это политика Национального банка, политика высоких процентных ставок. То есть Национальный банк создает искусственный дефицит гривны на внутреннем рынке, не дает деньгам идти в реальный сектор экономики в виде кредитов. Да? То есть фактически как бы высушивает, да, вот это вот как бы национальный рынок капитала. С другой стороны, мы видим политику Министерства финансов, которая сейчас строит такую грандиозную пирамиду внутреннего государственного долга, привлекая спекулятивные финансовые инвестиции. Ось це у нас колись в Подесі. Да, совершенно верно. У нас уже не резиденты. Смотрите, у нас не резиденты в январе месяце владели портфелем облигаций внутреннего государственного займа в размере 6 миллиардов гривен. Сейчас они владеют примерно 100 миллиардов гривен. То есть они почти 4 миллиарда долларов влили в наш государственный сектор в краткосрочные государственные обязательства. В основном-то выпускались облигации на 3 месяца, на 6 месяцев. То есть это крайне неустойчивая пирамида, причем доходность там доходило до 20% годовых. Представляете, какие колоссальные проценты должен платить бюджет нерезидентам за то, что они вкладывают эти деньги в ценные бумаги. Но все можно, все можно якимось чином назвать пограбуванням Украины через такой легальный инструмент, как ОВГЗ? Ну, дело в том, что это... То есть, если мы просто будем... Это можно назвать авантюрной политикой, так, благодаря которой наживаются не только нерезиденты, но еще и колоссальное количество групп влияния, которые присосались к Министерству финансов, Национальному банку, правительству. Ну, это так называемое лобби инвестиционных банкиров. Да? У нас колоссальные аффилированные связи связывают этот бизнес с действующими чиновниками из Министерства финансов, из Национального банка. Более того, там мужья, жены чиновника Министерства финансов занимаются операциями через свои банки, через свои инвестиционные компании, занимаются операциями с государственным долгом. Поэтому здесь как бы колоссальное переплетение. Знаете, это как такой огромный змеиный клубок. Ну, то есть, все равно, там, с вашей точки зрения, там есть очень большая коррупционная складова, и таким чином с державы вымываются реально кошти, потому что такие нереальные высотки роблять на цифры. Это колоссальная система аффилированных связей, перетока инсайдерской информации, благодаря которой наживаются те группы, которые имеют доступ к этой информации. То есть они знают, когда будут выпускаться очередные выпуски облигаций, по какой доходности. То есть они знают, будет ли погашаться или нет. То есть они владеют полностью инсайдерской информацией. Они зарабатывают сами, и они зарабатывают для тех нерезидентов, для которых они выполняют функцию посредников. Да? Таким образом, как бы эти группы зарабатывают сверхдоходы. Ну, скажем так, валютная доходность на этом рынке сейчас составляет с учетом укрепления гривны от 30 до 40%. То есть нигде, ни в одной точке мира заработать такие деньги, кроме как в Украине, сейчас невозможно. То есть можно сказать, что это, по сути, легальная коррупция. И Использование системы государственного долга, использование бюджетной системы для сверхобогащения инвестиционных групп влияния, то есть так называемого лобби инвестиционных банкиров, которые сейчас фактически полностью контролируют и Национальный банк, и Министерство финансов. Дякую. Пане Олеже, а с вашей точки зрения, каким чином можно с этим бороться? То есть есть у нас НАБУ, є в нас САП, є в нас там фіскальна служба. Тобто, яким чином можна цю ситуацію якимось чином контролювати? Це питання вопрос. Це, ну, хто повинен цим займатися? НАБУ? Чи, а можливо, НБУ? Можливо, це Національний банк України? Чи, ну, хто? Тобто, є ж якісь фінансові регулятори, які повинні цим займатися? Там комісія з цінних паперів, наприклад. По ОГЗ це исключительно, мені кажется, большая ответственность и вина госпожи Маркаровой, которая строит, благодаря которой осуществляются вот эти все, ну это не махинации, скажем так, это определенное манипулирование, да, ценными бумагами. Кто должен контролировать? НАБУ, которая сейчас лояльна максимально к президенту и занята политическим модерированием. Я думаю, и к 6-му, и к 5-му, оно очень лояльно, так я разумею? Не будет НАБУ этим заниматься. Дальше, недореформированная государственная фискальная служба, которая там, по идее, служба финансовых расследований должна была появиться, ну, извините, ее пока нет, да, ее пока не существует. То есть есть концепция, есть там проекты, прожекты господина уволенного, уже отставленного Данилюка, есть наработки в Верховной Раде от фракции «Слуги народа», но пока на этом все. Дальше, кто должен еще контролировать? Прокуроры, Генпрокуратура Украины, которая, понятное дело, также является элементом интриг политических и модерирования всех этих корпоративных игр внутри властной пирамиды, не будет этим заниматься. По сути, мы имеем очень
скажем так, определенную информацию, которую вот полностью коллега правильно расписал, это, которая сливается в определенное время, в нужным людям, да, как правило, это по определенных группировок, в частности, аффилированных и западными структурами, и эта информация пользуется. То есть конъюнктура рынка, как это будет влиять там на средства государственные, на казначейский счет и так далее, государственный долг в перспективе, этого никого в Министерстве финансов особо не заботит. То есть текущая тактическая внутреннее рейдерство, я бы это назвал. Да? Вот классическое внутреннее рейдерство, которое является большой-большой, скажем так, проблемой для нас. То, ні, просто ми бачимо 400 мільярдів доларів, які закладені, гривень, вибачаюсь, для того, щоб погашати проценти. І ми бачимо максимальні проценти, це якраз ОВГЗ. Причому, якщо я не ошибаюсь, следующий год – це год максимальних виплат, в тому числі по государственним долговим обов'язкам. Я думаю, що простой зритель, да, він же, звісно, не буде всі ці нюанси розуміти. Тут просто зрозуміти, що нашим глядачам, я думаю, теж дуже цікаво зрозуміти. Нашим зрителям важно, кто понесет наказание за это. И как вымывать из экономики. Нашим зрителям достаточно сказать, что если бы в какой-то другой стране. Да, смотрите, если в какой-то другой стране, например, в США, да, вот министр финансов, который занимается выпуском там государственного долга, или во Франции, да, министр финансов, или в Германии, и у него, например, там муж или жена при этом владела бы, например, банком, инвестиционной компанией, которая зарабатывает же на этом рынке сверхдоходы, да, то это уже был бы колоссальный конфликт интересов, уже пришли бы ребята из комиссии по ценным бумагам, как в Америке. Там, кстати, комиссию по ценным бумагам в Америке боятся больше, чем у нас прокуратуру. Да? И уже давно этот чиновник минимум бы ушел со своего поста. Но максимум это уже было бы специальное расследование об конфликте интересов, насколько и та информация, которую вводил министр, влияла на принятие решений, аффилированных и связанных с ним компаний. Да? Потому что они же могли потенциально знать, когда покупать, когда продавать, какой будет курс, какая будет доходность, когда выгодно купить, а когда выгодно продать. Посмотрите, как у нас сейчас не резиденты красиво заходят и выходят с рынка. Да? Они же зашли в январе, когда курс был 28, продали свои доллары, да, по хорошему для них курсу гривны, вложили в наши ценные бумаги, заработали от 20 до 30% годовых, а сейчас они выходят, покупая доллары по 25, да, то есть зарабатывая еще той доходности, которую им дало Министерство финансов, зарабатывая еще приличную курсовую разницу, там, в пределах 15%. То есть они точно знают, когда входить на рынок, когда выходить, какой будет курс, какая будет доходность, когда лучше покупать. То есть это колоссальный объем информации, которая постоянно идет утечка этой информации, причем она идет очень точечно, то есть она не идет в широкий, да, спектр. То есть мы посмотрим, например, вложение физических лиц, украинских резидентов, да, то есть население в рынок ОВГЗ, он практически не меняется. Вложение юридических украинских лиц практически не меняется. Ну, растет, но незначительно. Даже банки особо не вкладывают, потому что они не обладают той полнотой информации, которая нужна для того, чтобы выгодно зарабатывать на этом рынке. Зато не резиденты, просто по экспоненте растет пирамида их вложений в этот рынок. А если зрозуміти, коли ця пирамида впаде, что будет? Чи цю пирамиду вигідно просто тримати, щоб все ж таки ці банкіри могли заробляти мільярди гривень, якщо просто вона існує? Любая пирамида рано или поздно разрушается, когда произойдет некая точка, да, то есть смотрите, когда, условно говоря, вход новых участников в эту пирамиду, он будет уже меньше, чем количество участников, которые выходят из нее, да, то есть когда желание зафиксировать прибыль, оно станет превалирующим. Сейчас у них пока еще есть желание зарабатывать, они видят еще возможность зарабатывать. Как только они получат определенный сигнал, в том числе от наших чиновников, что вот уже скоро как бы пирамида может завалиться, они начнут массовый выход, естественно, обваливая наш валютный рынок, обваливая нашу финансовую систему. И что ты чекаешь гривню? Ну, опять же, дефолт? Ну, гривну тогда ждет неминуемая девальвация, потому что придется, если они 4 миллиарда влили в нашу финансовую систему. А какая все-таки разница, дефолт или девальвация? Я думаю, что нашим глядачам тоже было интересно. Дефолт – это невозможность государства платить по своим долгам, а девальвация – это просто обесценивание национальной валюты. Но точно так же, как они эти 4 миллиарда долларов в наш рынок завели и вложили в ОВГЗ, в облигации внутреннего государственного займа, точно так же эти 4 миллиарда долларов плюс проценты они заберут и выведут обратно. Они не собираются эти деньги оставлять в украинской экономике.
Угу. Зрозуміло. А як ви можете все ж таки прокоментувати, яким чином з цієї ситуації можна вийти? Тобто це потрібно рішення президента, чи рішення Верховної Ради, чи якийсь певний закон? Чи все ж таки може депутатське звернення до слідчих органів, щоб вони зайнялися цим питанням? Тобто ми ж розуміємо, що це така публічна проблема і... Як це? От просто не помічати, що така проблема існує, ця піраміда? Ми ж не наївні люди, ми ж розуміємо, що Маркарова зараз в команді Зеленського. Хто ж буде її атакувати? Хто буде атакувати Мінфін в умовах бюджетного процесу, тим більше? Хто буде атакувати Мінфін, якщо зараз Маркарова займається переговорами з Міжнародним валютним фондом і є одною з ведучих звеньев цього переговору. Да? Я розумію, що скільки угодно можна заявлення написати, блогів написати, відкритих писем і так далі. Ми живемо поки ще в країні, де правять поняття, де є поняття наживательства на государственних средствах і не тільки на государственних. И есть желание постоянно обходить налоговые честные правила. Взять хотя бы те проекты законов, которые сейчас предполагаются в Верховной Раде. К примеру, 1210-1, знаменитый закон, так называемая налоговая реформа. Смотрите, как красиво. Оправдывается тем, что Украина не хочет присоединиться к так называемому плану действий по недопущению двойного налогообложения и всех этих вымывания средств и так далее. Но при этом почему-то там рента на железную руду у нас резко увеличивается, хотя на другие отрасли нет ни в коем случае. То есть, понимаете, вот конъюнктурные технологические вещи, которые по большому счету используются исключительно для обогащения определенных групп, которые помыкают депутатами или имеют свои группы интересов в Верховной Раде. Если наш зритель думает, что буквально вот за последние 3-4 месяца что-то кардинально поменялось в схеме администрирования скрытых неформальных процессов, он очень сильно ошибается. Все практически либо осталось, либо просто поменялись исполнители, заказчики всех этих процессов. Дякую, пане Олексію. Але ми все ж таки розуміємо, що МВФ не може не помічати, якщо нам очевидно це, що є піраміда ОВГЗ, яка дуже може сильно вдарити по економіці України, якщо вона впаде. І також сильно вона б'є по економіці України, коли вона просто існує. Вони розуміють, що це певна міна під економіку України, і яким чином вони реагують, яким чином вони можуть кредитувати Україну, якщо вони розуміють, що є така міна. Тобто, як ви це прокоментуєте, і яка ваша точка зору з цього приводу? Дело в том, что надо, прежде всего, понимать цели и задачи, которые ставит Международный валютный фонд. Можливо, він на цій піраміді ще й заробляє, я ж не знаю. МВФ ні в коїй мере не ставит задачи развития украинской экономики или, там, условно говоря, преодоления бедности в нашей стране. То есть это вообще задачи, которые МВФ, они совершенно не интересуют. Якщо ми будемо заходити на сайт МВФ, то там написано, що ми протидіємо бідності по всьому світу і таке інше. Дело в том, что написать можно все, что угодно. Але це якийсь дурниць, я так розумію? Написать можно все, что угодно. Пока, скажем так, МВФ не нужно ни в коем мере демонизировать. Абсолютно разная есть политика. Вот я недавно читал последний отчет МВФ, октябрьский, который они писали по состоянию мировой экономики. Они там, например, когда описывают рецепты, которые нужно применять Германии, другим развитым странам, они говорят очень умные вещи. То есть они говорят о том, что нужно инвестировать средства в человеческий капитал, в инфраструктурные проекты, то есть повышать качество и капитализацию человеческого капитала, то есть повышать расходы на медицину, образование, науку, инновации. Когда говорят о таких странах, но когда говорят о таких странах, как Украина, они говорят, что нет. Для вас другая история. У вас бюджетная и финансовая дисциплина, сокращение, секвестирование расходов. Знаете, как знаменитый принцип, что позволено... Стандарты, да, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, как известная поговорка. Дякую. У нас есть телефонный звонок в студию. Вы в эфире, слушаем вас. Добрый день. Слушаем вас в эфире. Область, город Нежин. Так, витаю. Меня зовут Наталья. Мне 64 года. Я бы хотела задать вопрос политикам, депутатам. Как можно на сегодняшний день жить пенсионеру за 2000? Заплатить коммунальные услуги, лекарства пойти в аптеку купить и прожить.
сколько надо прожить и пробыть на сегодняшний день пенсионеру. Ви представте, невиносимо. Дякую, ваше питання зрозуміло. В студії наші експерти, не депутати, там не представники. Так, не представники Кабміну, але я думаю, що коментарі з цього приводу вони нададуть. Пане Олеже, як ви прокоментуєте цю ситуацію, яким чином все ж таки виживати на ці гроші? І погоджуєтеся ви з тим, з тією тезою, що це по суті економічний геноцид? Тому що ну реально неможливо навіть комуналку за ці гроші оплатити, якщо навіть подивитися там, що треба купити їжу, там одежу, ну це нереально. Мне очень сложно отвечать на этот вопрос. Слава Богу, что я не представитель власти. Но если бы тут сидел представитель власти, наверное, он бы совершенно не краснел бы и пытался выдумать бы какие-то красивые слова или прожекты и так далее. Смотрите, ну, очевидно было, что... Возвращаемся к нашей первой теме беседы, да, по поводу бюджета, по поводу этих всех средств, которые... есть экономические какие-то моменты, да. Мы не можем там резко поднять заработную плату, резко поднять пенсию, потому что это ударит очень сильно по инфляции, очень сильно. Есть какая-то пропорция на рынке, и правительство, ну, наверное, должно следовать этой логике. И без экономического роста говорить там о существенных социальных прибавках никто не собирается. Но, то есть законы экономики есть. Украина – страна рыночная, капиталистическая страна. Там есть свои нюансы. Понятное дело, что каждому пенсионеру, поставленному просто в цейтнот, да, денежный, тяжело объяснить или взывать к пониманию того, что вот есть объективные вещи и никак. Ему нужно сейчас, здесь и сегодня. Почему это такая ситуация происходит? Да потому что за последние 5-10 лет, то есть рывков экономических никто не увидел. Мы увидели какую-то трансформацию культуры, социально-культурную. Мы увидели медийную хорошую накачку патриотизма. Мы увидели подъем национального духа. Мы увидели, в конце концов, способность армии защищаться там, на фронте. Но обещанного экономической модернизации, процветания, рывка нету. Нету почему? Очень много, кстати, обстоятельств и экономических, и политических, и ментальных, и культурных, и так далее для этого есть. Опять возвращаясь к звонку зрителя, нужно спрашивать, мне как политтехнологу, больше, конечно, политическая тема, поэтому я спрошу, а, ну, собственно, мы же видели, за кого мы голосовали, кого мы выбирали. Опять, ну, ведь банально вот это одно и то же, повторяем каждую избирательную кампанию. Не социалистичные партии, які, ну, послушайте, я вам назову кандидата, у которых программа соответствовала полностью социальным моментам. Например, госпожа Тимошенко. Отличная программа с точки зрения социальной экономики. Новый экономический курс был представлен. Да, он где-то считался многими экономистами элементами популизма, но если его хорошо вычистить, то шикарный момент программы деятельности будущего правительства и так далее. Но выбрали Зеленского. Выбрали Зеленского с практически отсутствием каких-то экономически внятных параметров. Открываем программу «Слуги народа» на парламентских выборах. Что мы там видим? О, мы видим электронную демократию, мы видим переход всех электронных сервисов на... Электронную демократию, которую... Отлично, государство в смартфоне, во. Но ведь звонок пенсионера говорит нам о том, что вот государство смартфона это где-то вот тут, в качестве интереса, а вот пенсия, которая ставит его, пенсионера, на грань выживания, это вот тут, то есть это ближайшее. Цель, ближайшая перспектива, ближайшая зона желаний, потребностей простого человека. Ведь мы просто видим, как живут, например, в центральноевропейских странах, где пенсионер бой, хотя в Румынии и Болгарии, как самым бедным странами Евросоюза, тоже это, есть эти проблемы. Но там выравнивается, как-то выравнивается эта социальная политика. Немного, не спеша, аккуратно, в том числе и под влиянием социальной политики. В целом Евросоюза как... конфедерации, экономической конфедерации и так далее. Поэтому вот так. Дякую, пане Олексію. А от з вашої точки зору, от ми бачимо, ну, дійсно якісь, ну, нереальні цифри, і прожитковий мінімум – це от, ну, фактично дійсно такий собі економічний геноцид. Але все ж таки, ну, пан Пристайко теж каже, якщо ми будемо продовжувати війну, то соціальна сфера теж в першу чергу постраждає. Це постраждають не олігархи, не якісь там промислові підприємства, не закордонні корпорації, а постраждають саме пенсіонери. Тобто,
Яким чином все ж таки зрозуміти, як от політика такого економічного геноциду, коли людей заганяють в рамки, коли вони не можуть оплатити навіть комуналку за ті пенсії, які вони отримують? І ми дивимося, як у нас в Україні кожен рік збільшується оборонний бюджет з цього приводу. І коли йде мова про те, щоб встановити мир і все ж таки зменшити бюджет, оборонний цей бюджет, щоб можна було якось виправляти, ну хоч якось цю політику економічного геноциду, ми бачимо, що нічого не вирішується і все як було, так і є. Дело в том, что, понимаете, основная причина, здесь действительно есть определенные объективные факторы, которые не позволяют нам сделать завтра, например, там, социальные стандарты, такие как в Польше. Но то, что они могут быть значительно выше, чем сейчас, это вполне очевидно. Тут проблема в той модели функционирования экономики, которая сейчас применяется в Украине. То есть у нас сейчас арендная, коррупционная, сырьевая модель экономики. Каждое из этих слов, оно как бы объясняет, почему такие низкие социальные стандарты. То есть арендная, это значит, есть определенный набор финансово-промышленных групп, которые контролируют власть, и они собирают с помощью арендных механизмов, с помощью контроля над основными рынками, инфраструктурными системами, вот они собирают по копейке с каждого жителя страны, концентрируют это в нескольких точках сбора и потом перераспределяют между собой. Сырьевая, в офшорах. Да, совершенно верно. Сырьевая, у нас очень низкий уровень добавочной стоимости нашего национального продукта. Мы не можем обеспечивать высокий уровень зарплат, потому что зарплаты – это отражение уровня добавочной стоимости. Если у тебя низкий уровень добавочной стоимости в твоем национальном продукте, у тебя всегда будут низкие зарплаты. Но нашим олигархам выгодно эксплуатировать сырьевую модель экономики, то есть продолжать эксплуатировать наши сырьевые ресурсы, продолжать амортизировать наш индустриальный потенциал. И, соответственно, коррупционное, то есть все механизмы перераспределения государстве, они работают не в пользу простых людей. Ну, достаточный пример приведу. Вот соотношение минимальной и максимальной пенсии, которая заложена в бюджете на 2020 год. Минимальная пенсия 1769 гривен. Это по состоянию на декабрь 2020 года. То есть еще нужно до декабря дожить. А максимальная 17690. Да? То есть минимально увеличивается на 150 гривен, и это фактически ничего, да, то есть за эти деньги практически, ну, уже ничего реального купить нельзя. А максимальная пенсия увеличивается на 1500 гривен, то есть почти на сумму минимальной пенсии. Это о чем говорит? Это говорит о том, что механизмы перераспределения, они работают в государстве неправильно. Вы знаете, как есть понятие экономического роста, то есть можно расти там на 7-8%, но если у тебя нет инклюзии этого роста, то есть его проникновения во все основные социальные группы населения, то население вообще не почувствует этот рост. Оно, этот рост просто упадет в карманы олигархам. А если у тебя, например, экономика растет на 3%, но у тебя есть эффективные механизмы перераспределения в пользу широких слоев населения этого национального дохода, этого прироста экономики, то в таком случае этот рост почувствуют все. Да? От начиная от пенсионера и заканчивая там другими группами населения. Разобраться в этой ситуации. Кто винен? Кто в этом выпадку виновата политическая, настройка. То есть смотрите, вот... Ну, то есть кто? Смотрите, Верховная Рада, президент, парламент, просто смотрите, сравним просто с теми странами, где это по-другому работает. Например, так называемый рейнский капитализм, который применяется там в Германии, в Австрии, в скандинавских странах, в Швейцарии. Там есть такое понятие, там, Ausgleich, то есть это медианное перераспределение доходов между основными группами населения. То есть несмотря на то, что там либеральная экономика, и государство защищает предпринимателей, но государство – это еще и арбитр, который выравнивает перераспределение доходов внутри страны. И это обеспечивает кто? Политические элиты, которые находятся у власти. У нас, к сожалению, происходит, я бы сказал так, отрицательная селекция, негативная селекция политических элит на выборах. То есть мы выбираем не лучших из лучших, как это в других странах, мы выбираем худших из худших. Да? То есть мы даже не дошли до того уровня, чтобы выбирать, например, лучших из худших. Мы пока выбираем худших из худших. А чтобы дойти до того, чтобы выбирать лучших из лучших, это я не знаю. Таки, кто винен? Если мы видим такую ситуацию, то олигархи, чи парламент, чи кто? Виноваты политические элиты, которые находятся при власти. То есть это конкретно в данном случае партия, ну, зрозуміло. Ну, сейчас это монокоалиция, естественно. Uh-huh. А кроме них, они сейчас, кстати, ну, я как бы не политолог, но на мой взгляд, они сейчас получили уникальный исторический шанс для того, чтобы действительно проводить быстрые, эффективные реформы. Но вместо этого мы видим совершенно иные действия, которые просто, они не то что как бы ускоряют экономический рост, они в ближайшее время могут привести к серьезному замедлению.
Добре, дякую. І зараз проговоримо ще на одну дуже цікаву тему. Міжнародний валютний фонд назвав умови нового кредиту для України. Головне – відкриття ринку землі. Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій. За його словами, серед інших вимог – закон про незаконне збагачення, який зараз на розгляді у парламенті. Разом з тим, на збільшенні цін на газ для населення з нас не вимагають. Тобто, пане Олеже, тут ми бачимо, як закордонний банк, ну, умовно так кажучи, виставляє вимоги, щоб Україна зробила і прийняла якісь закони та почала продавати землю. Це ну, втручання внутрішніх справ України, ну, як так розуміти це? І у нас же в Конституції записано, що ми незалежна, суверенна держава. І ми бачимо такі умови, і вони, до речі, ні в кого не визивають подиву. В мене, як у громадянина України, ну це дивно, якщо ми бачимо такі офіційні прям заяви. Як ви прокоментуєте це? Ну, видите, якщо б ми самостійно могли уравновесить свою фінансову систему, бюджетну систему, денежну систему, то, мабуть, би нам допомога Міжнародного валютного фонду не потрібна була б. Я, знаєте, я розумію, що в таких умовах, да, в умовах критичної бідності, в якій живуть українські громадяни, можна знайти легко винуватого. То есть, да, можно сказать, что это политические элиты. Безусловно, это так. Но они всего лишь обслуга интересов промышленно-финансовых корпораций и групп. Можно, конечно, хотя я не отрицаю, что у кого-то может быть там праведное желание действительно что-то поменять. Сейчас люди просто лают обслугу. Теперь мы, смотрите, переведем, давайте, стрелки на Международный валютный фонд. Ну, ребята, ну, Международный валютный фонд, он зарабатывает на кредитах. Пример латиноамериканских стран должен быть нам очень-очень показательным в этом отношении. Раз мы хотим двигаться по линейке сотрудничества с Международным валютным фондом. Где-то куда-то летит привет Аргентине, да, в такой коммуникации. Поэтому я бы не склонен, вот, знаете, вот так упрощать и говорить, кто виноват. Я, в любом случае, понимаете, в фильме «Слуга народа», в сериале знаменитом, да, Зеленский отказывается от сотрудничества с барского плеча, от Международного валютного фонда, это вызывает... Не, ну то Голобородько відмовляється. Да, безусловно. Ну, просто інша людина. Ну, я вам скажу маленький такой открою секретик. Когда проводились фокус-группы во время президентской кампании, то многие избиратели, настоящие украинские избиратели, они не разделяли ни Зеленского, ни Голобородько, ну, героя сериала. То есть они так и называли. Они ставили, они говорили, вот, президентом выберем Голобородько. Я на полном серьезе вам говорю. Фокус-группы показывали ну, интереснейшие нюансы массового сознания. Но возвращаясь к вашему вопросу по поводу Международного валютного фонда. Украине сейчас нет возможностей для отказа сотрудничества с МВФ. И это не просто там какой-то политический фантом. Ну, я так понимаю, это экономическая целесообразность. Дякую. Але от продовжуючи думку пана Олега, от яким чином ми по ОВГЗ можемо платити 17-20% у рік, а ми не можемо відмовитися від МВФ, коли МВФ там, по-моєму, закладає 2-3%, там, ну, 4, ну, максимум 5% у рік. Тобто, якщо ми можемо платити 17-20%, то мы можем легко відмовитися від МВФ. Но я правильно понимаю? Смотрите, дело в том, что вот опять же возвращаемся к тому, стоит или не стоит демонизировать Международный валютный фонд. На самом деле МВФ есть разные примеры сотрудничества с различными странами. Например, Южная Корея, с которой МВФ сотрудничал после азиатского кризиса в 1997 году. Успешная программа, несколько лет Южная Корея быстро провела структурные экономические реформы, в том числе, кстати, и по рассечению финансово-промышленных групп, которые тогда привели страну к кризису, являлись основным источником политической как бы, нестабильности. Пример Турции тоже эффективный пример, когда Турция погасила все до последнего там, цента и потом стала сама кредитовать уже МВФ. Есть негативные примеры. Мексика, Аргентина, то есть как бы... Украина, чему нет? Украина наиболее негативный пример, потому что кредиты МВФ – это всегда кредиты экстренной такой финансовой медицинской помощи. Да? То есть это когда страна-пациент находится в кризисной ситуации, и надо в течение там, года провести быстрые реформы и компенсировать возникшие дисбалансы. Да? И тогда кроме МВФ, как кредитора последней надежды, эту страну никто не финансирует. А мы годами, десятилетиями сотрудничаем с фондом,
То есть, это вообще такої історії нет ні у кого в мире. Тобто я ще розумію, якщо от брати, якщо в Україні, як, наприклад, в Європейському Союзі був там Центральний Європейський банк, ми могли просто долучитись до цього банку і сказали, надрукуйте нам певну кількість грошей. Чи в Україні, якщо була, як в Америці, ФРС, то ми просто надрукували і все добре. Ну, я просто як бы інша ситуація, да. Повинні Ні, я просто закончу мислю. Дело в том, что и вот я назвал как бы различные группы стран, и вот вы можете там увидеть основную причину, по которой эффективно или неэффективно сотрудничество с фондом. Это наличие или отсутствие суверенной экономической, в том числе и промышленной политики. Если страна субъектна, если она сохраняет субъектность, если она проводит суверенную экономическую политику, она может защитить свои интересы в переговорах с МВФ и может достичь тех результатов, которые необходимы для развития экономики, для развития общества. Если страна теряет субъектность, как Украина, если она не суверенна в принятии решений, то, соответственно, мы видим тот результат, который сейчас как бы на табло нашей экономики. Но здесь очень важный момент. Для МВФ вот сейчас в нынешнем формате сотрудничества с Украиной вот суверенный министр финансов, тот министр финансов, который бы защищал бы национальные интересы, это страшный сон. Да? Сегодня любой суверенный министр финансов – это страшный сон кредиторов. Потому что сейчас Украина находится в той ситуации, когда она должна принять для себя концептуальное, я бы даже сказал, такое как бы мировоззренческое решение. Да? То есть либо мы в ближайшие несколько лет продолжаем погашать внешние и внутренние долги, либо мы садимся за стол переговоров с кредиторами и начинаем разговор о новой реструктуризации. Но в таком случае нужно, чтобы министр финансов, который инициирует эти переговоры, не был аффилирован и не был связан с теми самыми кредиторами, с которыми ему придется переговариваться. Да? Потому что если ты будешь разговаривать сам с собой, да, то это уже как бы какая-то форма паранойи. Поэтому нужно только сейчас... у нас... Ви згодніш з тією тезою, що якщо брати ситуацію на Україні, то по суті досягнення миру на Донбасі – це буде найбільш ефективне вирішення питання, тому що Україні тоді не треба бути, щоб гігантські кошти пішли на оборону. Тобто ми можемо, там, якщо в нас оборонний бюджет – це 9-10 мільярдів доларів у рік, тобто якщо ми скоротимо просто оборонний бюджет вдвічі, тобто ми можемо 5 мільярдів в рік повертати просто боргів. І таким чином все ж таки розраховуватися та зменшувати навантаження фінансове на Україну. Я правильно розумію? Якщо просто подивитись, які екстрені заходи можна зробити, щоб швидко отримати результат? Ну, здесь это целый комплекс. Это и фактор войны и мира. То есть я не думаю, что мы в ближайшие годы сможем как бы кардинально сократить военный бюджет, но сам факт мира, он является сигналом для инвесторов, для того, чтобы как бы ситуация в экономике, она уже как бы не настолько токсична. Да? То есть любая страна, где существует вялотекущий военный конфликт, она всегда рассматривается инвесторами с определенным коэффициентом риска. То есть это уже рисковые инвестиции. Соответственно, как бы привлекать эффективные инвестиции достаточно сложно, если у тебя вяло текущий военный конфликт. Поэтому сам фактор мира, он является позитивным фактором экономического развития. Это такой дополнительный импульс. Но без суверенной как бы, экономической и финансовой политики и без решения внешних долгов путем проведения новой реструктуризации как бы, достичь быстрой динамики не получится. Потому что у нас же, смотрите, у нас же не только фактор долга. Да? У нас же еще и была знаменитая реструктуризация долгов имени Ереська, которая была проведена в 2015 году. И там есть очень интересный пункт. Если мы начнем быстро экономически развиваться, там больше 4% в год, так, да? так. Рост валового продукта, мы 40% своего прироста должны будем отдавать внешним кредиторам в качестве премии. Как можно вообще развиваться с такими условиями? Это, знаете, как когда бегун, а ему помещение... Это все-таки тоже были умовы МВФ на самом деле. Нет, это были условия внешних кредиторов. Это вообще отдельная очень интересная история. Была такая инвестиционная компания Franklin Templeton, которая сконцентрировала на момент основных событий на Майдане, это декабрь 13-февраля 2014 года, они сконцентрировали примерно 40% наших внешних долгов, скупили к этому времени. И когда они начали переговоры по поводу реструктуризации с Украиной, они фактически были главными держателями вот этого долгового пула. И они как раз и навязали вот эту норму по этим так называемым премиям.
Україна відмовитися від виконання цих зобов'язань і не повертати борги. Тобто, сказати просто дефолт і все. Ми вам нічого повертати не будемо. Ми починаємо спочатку. Тобто, нові обличчя, нова влада, нова Україна. Ну, якщо б зараз сидів, якщо б зараз у нас в студії сидів хтось із інвестиційних банкірів, вони б зараз почали вам розказувати одразу про курс 100, про те, що всі інвестори якби відвернулися від України. На самом деле, є поняття дефолт, а є поняття управляємого дефолта. Это простой исландский сценарий. Исландия тоже стояла на пороге, возвращать или не возвращать колоссальные внешние долги. Там был проведен референдум, население сказало, что мы эти долги возвращать не будем. Я думаю, что у нас так сделают, то будет аналогичный сценарий. И правительство... 99% украинцев, но кроме тех... И тогда суверенный министр финансов, который будет проводить суверенную финансовую политику, он скажет, вот у нас есть результаты референдума, позиция страны, отдавать долги придется в любом случае. Но условия их возвращения могут быть разными. Можно отдавать так, как сейчас, и платить 20% за долг, а можно провести эффективные переговоры с кредиторами реструктуризации, реструктуризировать их, например, на 50 лет по 2-3%. Че на 100? Ну, можно. Аргентина, кстати, выпускала 100-летние облигации после дефолта, и их очень активно покупали. То есть вопрос в том, насколько суверенен министр финансов, который будет вести эти переговоры. Знаете, сейчас как бы мир погружается вообще в отрицательные процентные ставки. Сейчас 2-3% на международных рынках – это большая доходность. Вон сейчас Чехия размещает свои государственные облигации с отрицательной доходностью. То есть еще инвесторы платят стране за право купить эти ценные бумаги. В Германии отрицательная доходность, Польша, Румыния – 1-2%. Греция, он после дефолта – 1-2%. 2%. Тобто ви кажете, що нічого страшного не буде, якщо Україна просто скаже, в нас дефолт, і не інвестори... Не дефолт, а управляємо дефолт, реструктуризація. І таким чином можна просто за столом переговорів з інвесторами домовитися, якщо кредитори увидять, що дискусію з ними веде міністр фінансів, який не залежить від них, через различные механизмы аффилированного влияния, то, естественно, когда у них будет стоять на одной чаше весов потерять все, а на другой получить хотя бы что-то, да, то они выберут что-то вместо того, чтобы потерять все. Дякую, пане Олексій. Пане Олеже, а ви як скажете, якщо Україна все ж таки говорить кредиторам, ні, у нас дефолт, і яким чином все ж таки це може вдарити по Україні? І, можливо, це треба зробити, а може все ж таки якимось чином продовжувати ту політику, яка зараз йде? Як з вашої точки зору, як правильно зробити? Ні, ну цього не буде, це, по-моєму, наскільки очевидно, як в тому числі і многие другие прописные истины. Вы говорили о референдуме, но у нас даже закона о референдуме нет. У нас даже внесенного, обещанного президентом закона о народовластии нет. Это дуже дивна ситуация, потому что главная теза была, что есть прямая демократия и закон про референдумы, они обещали внести первым. В страшном сне приснится. Но мы больше не видим, где же этот закон о референдуме. Что такое прямая демократия и как можно сейчас... Можно моделировать сколько угодно ситуацию, но в данном случае этот механизм будет разрушительный для украинской экономики, для украинского государства в том числе. Я думаю, что отказа от сотрудничества с МВФ никакого не будет. Будет новая программа. Рынок земли сейчас, буквально, по-моему, комитет внезапно уже утвердил проект закона. Кстати, их там было несколько, но все это очень было, дабы избежать критического противостояния. Некоторые депутаты категорически идут ва-банк, потому что, в принципе, страна под угрозой даже земельного майдана, это факт. Многим фермерам, товаропроизводителям, участникам рынка, я уже молчу про интересы агрохолдингов, они хотели бы более-менее понятных правил открытия рынка земли. Сейчас это все пишется в офисе президента, потом это носится в комитет по аграрной политике и внезапно утверждается и быстро принимается. Ну, это, ребята, не реформа, это просто выполнение чьих-то заказов и интересов. Но это требование МВФ будет выполнено. Рынок земли будет открыт. Это приведет, кстати, к давлению на курс. Мы об этом, наверное, сегодня должны тоже говорить нашим гражданам. Почему? Потому что это капитал. Капитал будет заводиться в страну. Не так интенсивно в первые месяцы, но это стратегия ближайшего года. Хотя тут куча других обстоятельств, да, которые будут влиять тоже на курс.
помимо земельной реформы. Ваша точка зору складається з того, що немає зараз сили чи команди, яка здатна заявити, що в нас в Україні можливо відбудеться дефолт? Ні, ну, може бути, такі політики є. У нас в своє время Наталія Михайловна Вітренко, лідер некогда великої політичної сили, хорошо проходила в парламент в конце 90-х годов на лозунгах «Прочь МВФ» и так далее. И что? И мы продолжаем уже, по-моему, с 92-го года. А дефолт, как мне кажется, тогда не объявили. То есть, я так понимаю, заявили, но до реального дефолта справа не дошла. Правильно я понимаю? Нет, ну, тут надо отличать дефолт от плановой реструктуризации. Да. Если мы говорим о дефолте, вот, о классическом понятии, это имеет разрушительные последствия экономики. Если мы говорим о том, сильной позиции государства, основанной в том числе на результаты референдума, на позицию Министерства финансов по новой реструктуризации, это всегда, это всегда встречает понимание у кредиторов. Я просто сам прекрасно помню, как проходила реструктуризация в 1998 году, когда в результате кризиса на рынке долговых обязательств Украина тоже объявила реструктуризацию. То есть мы тогда не вернули все долги, но сели за стол переговоров, был тогда министр финансов, который проводил суверенную политику. И он сказал, что мы все вернем, мы все вернем. Только дайте нам возможность, но в течение определенного времени. И все кредиторы согласились, и в течение определенного времени мы действительно вернули все долги. Но тогда страна, благодаря этой долговой передышке, получила дополнительный экономический импульс. И мы прекрасно помним, как с начала нулевых годов пошла вверх экономика. У нас были темпы роста 10-12% ВВП в год. То есть тогда страна действительно начала развиваться по экспоненте. Почему? Если бы мы тогда, в начале нулевых, продолжали бы массово отдавать долги, то этого просто не было. Якщо привести на людську мову, не економістів, да. Є два варіанти. Перший варіант, коли ми кажемо, що ми нічого віддавати принципіально не будемо. Ну, це негативний сценарій. І це дуже негативний сценарій, який дуже сильно дарить по економіці. А інший варіант, коли ми кажемо, що як ми домовлялися з тими відсотками шаленими, ми вам з цими відсотками віддавати не будемо, але ми вам хочемо віддати, і ми можемо віддати, наприклад, все це на інших умовах, десь там приблизно через 5-10 років, коли в нас буде змога відбудувати економіку і запустити таким чином. Ми говоримо про те, що нинішній формат погашення довга вже деструктивно впливає і на соціальну систему, то есть усиливать бедность, и на экономику, разрушая экономику. Мы хотим сейчас дать экономике дополнительный импульс, мы хотим преодолеть бедность. Дайте нам передышку в течение определенного времени, в том числе по срокам погашения, по снижению процентов, и мы все вернем, но со временем. И если кредиторы видят вот такой честный разговор, и они видят суверенную, субъектную политику государства, они всегда идут навстречу, потому что как бы лучше получить свои деньги, чем как бы довести страну уже до ручки, когда она вообще ничего не сможет погашать, и тогда происходит еще самый страшный вариант. Потому что хуже дефолта есть еще технический дефолт, да, который объявляет не сама страна, а ее кредиторы. Да. Uh-huh. То есть, когда страна просто доходит до такого состояния, когда просто на казначейском счету ноль, uh-huh. денег нет, и сами кредиторы говорят, вы банкрот. И тогда начинается арест актива по всему миру и все неприятные как бы, Дякую нашим гостям за дуже потужні думки, за дуже обґрунтовану позицію. Я думаю, що ми ще не один раз побачимося у цій студії. Дякую вам. Вам спасибо. Спасибо.